Юрий Михайлович, 0-3. Счет не очень хороший. Ну, даже очень плохой, не то, что не очень хороший. Но, с другой стороны, это первая игра, которую мы провели после длительного, так сказать, отдыха. И команду мы, знаете как, это мы не хотели, чтобы играли так, чтобы из последних сил. Это первая игра. Дали поиграть как тем игрокам, которые играли в чемпионате, так и тем, которые вообще не играли. То есть молодые, потом вернулись наконец-то Черлука, Ария, и мы этому очень рады. Сыграли, я считаю, что как могли на этот день. Ария, Черлука, поговорили с ними после игры, как они себя чувствуют? Чувствуют нормально, но для них самое главное было вернуться в игру, то, что они и сделали. После матча вы на поле со всеми тренерами так минут 5-10 обсуждали матч. Что именно подчеркнули для себя? Ну, как бы не то, что именно для себя подчеркнули. Вопрос, это был информативный такой первый матч и достаточно интересный для нас. Вот информация у нас появилась, ну, как хорошего плана, так и немножко такого негативного. Ну, о чем конкретно мы пока, конечно, не будем выносить. Все. А футболистам что скажете? Футболистам только спасибо. Они сегодня сыграли так, как могли. Это счет, конечно, не очень приличный, но, с другой стороны, ну, как бы, а может, хороший счет, потому что мы больше информации получили. Оказываем отдельным игроке, и все. Ближайшие планы на сбор, на ближайшие дни, если можно? Ну, только тренироваться. А 23-го снова играем. Так что, думаю, уже счет будет другой, потому что будет степень готовности немножко лучше.